Картиной галереи «Черкесска» впервые проходит всероссийская выставка авторских работ «Кукла моей мечты». Участвуют регионы России, любители и ценители творчества могут увидеть утонченные работы до 28 апреля. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на открытии. На выставке представлены более 40 авторских работ из регионов России, выполненные в различных техниках. Здесь семейство мишек Тедди, принцесса на горошине, золотой ключик, коллекционные куклы Анджело Бартоломео и даже король Англии Генрих VIII со своими женами и многое другое. Организатор, мастер, мама двоих детей Ирина Неминущая рассказала о идее создания выставки. Главная цель – показать детям игрушки со смыслом, ведь важна не только внешняя красота. В игрушках, сделанных руками мастера, оживает душа и присутствует внутренний мир. Я уже давно занимаюсь созданием авторских кукол и ездила постоянно на международные выставки, которые проходили в Москве. Ну, так случилось, что у меня родилась дочка, и я, к сожалению, сейчас не могу уезжать далеко и готовить много работ для экспозиции. И, посоветовавшись с мужем, решили, что было бы здорово организовать выставку у нас в регионе, пригласить авторов и с поддержкой мужа, родных, близких, получился вот такой замечательный проект. Министр культуры Республики Зураб Агирбов поблагодарил всех участников за визит в наш регион, отметил значимость мероприятия, вручил мастерам дипломы за участие. Каждая игрушка – это воплощение каких-то сказочных мыслей автора, это отсылки к детству, к сказкам, к фантазиям. И я думаю, что это абсолютно правильно сказано. Ровно то, на чем мы должны воспитывать детей. Почетный гость выставки – художник, автор кукол, коллекционер, меценат, лауреат премии правительства России в области культуры, организатор выставок как в стране, так и за рубежом Светлана Пчельникова впервые у нас в гостях и делится своими впечатлениями. Я должна признаться, я влюбилась в Карачаево-Черкесскую республику, в Черкесск, в людей, в атмосферу, во все, что здесь происходит. Это уникально и удивительно. У меня же прям мурашки. Вот, но меня переполняют позитивные эмоции. Я все время раньше говорила, нашим мастерам надо в Париж, надо в Лондон, надо в Нью-Йорк, нам нужно что-то, да? А как же мы-то, да? Вот сейчас я могу сказать, что нам нужно показывать и развивать. Пусть они приезжают к нам, чтобы познакомиться с нашими мастерами. Организаторы и гости надеются и будут стараться делать все для того, чтобы такие мероприятия стали традиционными и имели крупномасштабность. Выставку можно посетить до 28 апреля. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.